Доброе утро всем. У нас тут опять пробочка. Но я припаркована, поэтому как бы могу здесь стоять вечность. Хотя тут вот машины уже стоят. Вот, главный смотрельщик. Главный смотрель. Ой, блин, надо было его сейчас привязать, его надо. А то сегодня выходные, контроли могут быть. Нам же нельзя передвигаться из города в город. Вот. Я что-то так устала. Сегодня так наработалась. Да, Чарли, наработались мы с тобой. Еще вечером мне сегодня тоже надо будет работать. Вот стоим, ждем. Ну что ж, стоишь, качаясь. Какая-то та-там и рябина. Ну все, можно заводиться, наверное. Там еще стоит у нас за углом, стояла скорая помощь. Может быть, скорая помощь мешает. Так вот так часто у нас вот так вот станешь, и все, и не туды, и не сюды, потому что движение только одностороннее, и вот такие улочки узкие, трындец капец. Хочешь жить, умею вертеться. Вот это пошла наша мэрша нашего городка. Я с ней сейчас поболтала. У нее ее сестра, на которой в Канаде живет. Она сейчас приехала, представляете, она в Гранаде, у нее там жених, я вам рассказывала как-то про нее. И она туда уехала, и все, не может свернуться, потому что нам же нельзя туда-сюда въезжать. Она говорит, сегодня приедет, сейчас свадьба. Свадьба у этой умерши. Но она, видимо, проводить ее будет. Хотя сейчас такие свадьбы смешные, по 15 человек можно только, представляете? Поэтому даже, может, меньше, ну, не знаю. То у кого, наверное, терпения нет, чтобы замуж выйти или жениться. Вот, и она остановилась, поболтали. Она моя клиентка. Живет здесь, вот прям за углом. Поэтому обычная простая женщина. Я раньше, знаете, имела другое представление о всяких вот чиновниках. А так обычные люди. Блин, ну когда они уже поедут? Мы все стоим в пробке. Там уже сзади столько машин. Блин. Так, я уже поставила машинку стираться, приготовила себе обед, приготовила, громко сказано, сейчас покажу. Так, это куриная грудка, когда я бульон варила, куриная грудка осталась. Соус грибной добавила, вот такая получилась грудочка у меня, вкусненькая. И салатик, заправленный сметанкой. Кстати, я закончилась, надо список добавить. И соевым соусом. Очень вкусно. Всем приятного аппетита. Сижу, никому не мешаю. Чё там? Кеаи? И вот он что-то оттуда достает, достает. Кеай, буска. Ну это? Ну да? Ну ищи сам. Так вот роется. Минут 5 уже. А, вот, аки, аки. Смотрите. Аллилуйя, аллилуйя, достал. Все, довольный. 5 минут у меня, я сижу в телефоне в Инстаграме, а он мне вот так, а я сижу сверху вот так вот. И он вот так, шебышит, шебышит, думаю, да что такое, игрушка там у него. В общем, я пару недель назад, или полторы недели назад, в Икее, заказала кое-что. Вчера нам пришло 3 посылки. Ну, 3 посылки, вернее, 3 мебели. Вот. И мы вчера весь вечер, помимо того, что работала я целый день, так еще вечером муж собирал эту мебель. Смотрите. Я давно хотела вот сюда такую вот лавку. Вот. И обувницу. Потому что сюда вот только залазят кроссовки или еще что, да? А вот если ботинки, например, ботинки, вот у меня тут ботинки, ботинки, они уже туда не залазят. Да и вообще у меня много обуви, и она там по-любому вся не умещается. И вот, в общем, эта обувь вот тут как-то вся вот торпощилась, вся вот тут вот валялась. И я давно хотела себе вот такую вот лавку тире обувницу. И приобрела. А Чарли здесь очень любит сидеть, потому что он садится вот сюда и смотрит,
Я, кстати, ведро мусорное помыла, поэтому мусор так валяется. И смотрит на меня. Да. И поэтому я ему купила вот такую вот шкурку. Она такая мягкая, такая классная. Да, тебе нравится? Классно. И мне кажется, супер-пупер у меня тут стало. Вот так вот. Немного она выходит, но ничего страшного. И еще у меня в моей спальне не было... Как это сказать-то? Месита до ночи. Ночного столика. Потому что я их вот сюда поставила, они тут вписываются. И я купила себе еще один. Потому что хрен знает, когда нас откроют, а я вот у меня там, знаете, как... Сейчас покажу. Я осталась без журнального столика. Стул поставила, там у меня часы. Вот. Станция, метеостанция. Что-то неправильно показываю. Или правильно, да. 21 градус на улице. 19 дома. Правда жизни в Испании. Моя бабулечка. И купила себе вот такой. Это одежда сегодня, которую надевать буду. Бьюти-столик у меня тут не всегда давно уже хотела. Туда, когда стол поставлю, обеденный стол туда поставлю, тумбочку, там немного места останется, и кровать немного туда подвину, чтобы вот так одеяло сюда. А пока так. Здрасте. Здрасте. Вот. Вот эта табуретка, которая стояла... в прихожей. Вот сюда ее поставила. И вот такой вот себе бьюти-столик. Когда я его увидела, я офигела и очень его захотела. Потому что, смотрите, та-дам! Классно! Зеркало, здесь мои все тенюшечки. Здесь тоже тенюшечки. Здесь вот все такие вот штучки разные. Зеркало. В общем, мне кажется, супер-пупер. Потом здесь еще вот такой вот пустой еще этот ящичек. В общем, классно. Вот хочу покрасить вот этот в белый. У меня там бижутерия мои, все сережки и все такое. Вот. И, может быть, какую-нибудь лампу вот сюда пришпандорить надо купить. В общем, мне стол этот просто супер-классный. И очень мне нравится. Да-да-да. Вот муж собирал вчера весь вечер его. Вроде бы, знаете, все ничего, но, блин, его задолбаешься собирать, потому что вот задолбаешься. Так вот у нас на улице. Так что вот. А вот этот вот у нас у меня стоял. Он, конечно же, старенький-престаренький. И его я на выброс. И вот надо все вот из ящиков разобрать. Вот, например, здесь у меня все мои швейные принадлежности. Иголки, нитки, ну и там всякие бумаги, медицина. Вот, в общем, все это надо разобрать, и это все разберется. Но надо вот этот собрать. Потом, когда муж придет, он пускай собирает. Он уже начал тут собирать вчера, но уже сил просто не было ни на что, потому что неохота было. Вот, еще у меня, знаете что... Этот пылесос не особо фурычит. В том... Ну, как дымом пахнет. Что же, все замерзли, что ли? В общем, я вон туда отверточкой залезла, вот сюда там где-то, типа почистить. Вот. И, видимо, что-то почистила так, что я его когда включаю, он вот включается... И видите, перестает крутиться вот тут херня. И он не... А когда перестает крутиться вот эта фигня, то он просто не работает. То есть он отдельно работает. Если с другой насадкой, видите? Уже проверено. А вот с этой насадкой, видимо, что-то вот палка работает, видите, все работает, но вот что-то дело в этой насадке. Короче, я зашла на сайт и купила себе вот такую насадку, потому что гарантии, он на гарантии, конечно, но я туда отверточкой залезла. О, можно, кстати, смотрите, как пылесосить можно. Нашла выход. Сейчас покажу, оборжетесь, соборжу. Ой, блин. Вот
вот эту насадку присадила. И будем пылесосить вот так маленькой. Ой, блин, больно выдумки хитра. В общем, купила отдельно вот эту насадку и все. Через 5 дней в Германии. С Германии мне придет. Потому что я им часто пользуюсь, но вот отверточкой туда залезла. И, видимо, контакт попортила. В общем, не фурычит. Надо гераньки пообрезать. Вот. Чего ты? Как это? Чучи холодно, чучи холодно. Выхожу утром в 8 утра, а он купается в этой. Так что нифига ему не холодно. Да? Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик. Что-то у него облезает и облезает, облезает и облезает. В общем, вот такие вот у нас пироги. Надо ему поесть, насыпать. Ну что, друзья, вуаля, буду я там что-то кого-то ждать, да я сама горы сверну. Правда, есть один косяк, смотрите, здесь вот видите, все такое серенькое. А тут перепутала местами, то есть, ну не столь важна проблема, главное собран ящик, и можно вот это все убирать. Аллилуйя! Потому что я хочу все это убрать, чтобы все было хорошо и спокойно. И вот этот вот бандероль тоже хочу убрать. Я отработала. Быстрее домой. Сейчас до 6 же нам можно только работать. А сейчас знакомый едет на машине. Тебя, говорит, оштрафуют. Я говорю, все, сегодня работаю. И смех, и грех. Сейчас пойду на пляж схожу. Прогуляюсь. У нас там шторм, по-моему. И заеду в Алькампо. Куплю сметану, фруктов надо купить. И что-то еще было. У меня есть список. И все. А пока гулять будем. Чарли, надо прогуляться, то он целый день в парикмахерской сидит, ему уже скучно. Смотрите, у нас тут строят. У нас не было на этом пляже, например, переодевалок. И вот, гляжу, строят там вот женский, мужской, туалеты для инвалидов на следующий год. Готовятся, наверное, к наплыву туристов.
И прикольненько так сделают, шикарненько. Вообще этот пляж очень здорово украсили. Ну, как облагородили, украсили, скажу тоже, блин, украсили. Вот. И прикольно получилось. Видите синенькие огонечки? Это собака такая с ошейником голубым. Такие интересные ошейники. Мне кажется, они мешают для собак. В глаза. Вот представляете, у вас на шее висит что-то такое голубое и вот сияет. Мне кажется, это очень мешает глазам собак видеть. Они и так, ну, как бы не видят, как мы, да, по-другому. А еще что-то там навешано. Смотрите, нет ветра. Ух, но шторм такой есть, но ветра нет. Ну, прохладненько, конечно, 16 градусов. Зима. Такая вот зима в Испании. 16 градусов, вот так вот, 18, днем до 20 может дойти. Но это не те 18-20 градусов, что летом. Намного прохладнее чувствуется. И ветра. Из-за ветров вот прохладно, поэтому... Испания — это не только лето, жара и всегда в майках. Нет. И мы живем на юге. Здесь тоже бывает холодно. И очень холодно, особенно дома. Смотрите, какая луна. Голубая луна. Голубая. Короче, на завтра буду делать рыбу. Взяла вот такой корвина. Вкусненькая. 9 евро килограмм целую. Сейчас мне ее порежут, почистят, и будет с ней вкусненько. Завтра. Что-то думала, что бы поесть. Вот такие цены на рыбу. Скумбрия что-то какая-то маленькая по 6 килограмм. 6 евро килограмм, малюсенькая. В общем, так. Купила немножко, отвалила почти 40 евро. Яблоки вот такие взяла. 2,69. А здесь сколько? Килограмм? Здесь, по-моему, больше килограммов. Что-то прям они как-то много весят. А, 1,5 килограмма. Ну, тогда нормально. Хурму взяла 1,69 рубль. Так, а хурмы у нас сколько здесь? Я тут сложил ананас в один пакет. Все на свете. Я, знаете, не понимаю, когда люди берут, например, один банан и кладут его в пакет. Зачем? Или берут один авокадо и кладут его в пакет. Зачем столько пластика? Зачем? Или ананас кладут в пакет. Вот я не понимаю вот этого. Я вообще стараюсь как можно меньше пакетами пользоваться. Ну, когда я вижу, когда она... Или банан, даже не один, а вообще бананы. Зачем в пакет класть? Смысл? Не понимаю. Вот. Значит, 1,39 рубль килограмм стоит хурма. Ананас. Где-то чек тут был. Ананас был 89 копеек килограмм. На 1,69 рубль он вытянул. Так, желатинки вот такие взяла, разные попробовать, без сахара. Это когда жрать охота, вот, пожалуйста, жрите, как говорится. А вот это рубль стоит, их тут много, а это марка получше, типа того, 69 копеек, вот 4 штуки стоит. Так, печеньки для мороженого, я купила себе свое любимое мороженое, которое на пломбир похоже. Вот, я их сейчас открою, чтобы они, знаете, такими влажненькими стали. А хрустящие мне не нравятся. Вот, они стоят всего, они копейки, 39 копеек стоят. Так, сметана, взяла свеженькую сметану, смотана, 30%, обалденная. Так, 2,56 она стоит. Вот этот сыр, он похож на адыгейский. Очень вкусный. Тоже 0%, материя грасса, в общем, обезжиренный, 2,65 стоит, но очень вкусный, вот как адыгейский мне, по-моему, напоминает. 62 копейки стоит килограмм морковки, вот, хлебушек 1,49 рубль, это я мужу купила здесь 5 штук, интегральные. Так, что такое. В общем, рыба у меня вытянула на 18,71. Ее тут почистили, все нормально сделали, все красиво.
все удобно. Наверное, килограммов 3, я так думаю, слепа. Прилепилась, в общем. В общем, сколько-то там. Там все непонятно. Непонятно, сколько там, но вот столько. Ну и все. Вот все. И, ну, мороженое я спрятала. Вот все, все мои покупочки. Вот такие вот. Выбросила уже мебель. А вот сейчас сходила на тележечке быстренько. И все. Все дела сделала. Чарли кушает. Я сейчас тоже что-нибудь съем. А с вами буду прощаться до завтра. Пишем комментарии. Как тут мне в одном комментарии сказали, что нужно говорить слово YouTube, чтобы продвигали мой канал. Так вот, подписывайтесь на мой канал в YouTube. YouTube. Будем надеяться, что этого достаточно, чтобы его чуть-чуть продвинули. И будет больше комментариев, будет веселее. Жду, кстати, ваших комментариев. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.